Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале питомника Марины Стик. Сегодня 5 октября 2022 года. У нас уже 6 часов вечера. Я сегодня встала в 6 утра. Сегодня уехал в новый дом наш красавчик Чак Вайт Блю. Это сынок Ксюшеньки. Ему исполнилось 4 числа. 3 месяца, вот его привили и отвезли к новой мамочке. Лариса Васильевна, особенно большое вам спасибо за подарки, за вкусняшки, за красотищу. Обязательно выпьем чайку со сладостями от вас, за здоровье ваше и вашего нового теперь уже питомца. Ничего не успеваю, поэтому, дорогие друзья, я в одно видео все новости сегодняшнего дня постараюсь заснять, потому что у меня еще много дел, а я еще даже как бы, ну вот, половины не сделала. Малышам сегодня приехала новая игрушечка, которую мы заказали с дочкой. Это вот такая вот игрушка-развлекушка. Я сейчас попробую ребятам ее дать поиграть. В нее насыпается корм, они ее должны катать, из нее будет высыпаться корм, они его будут подбирать. Ох. Так, может быть, они займутся игрушкой, я смогу спокойно дальше вам. Смотрите, как она оригинально выглядит, она открывается. Ну, как баночка, вот эта верхняя часть снимается. Внутри собачка, вот такая класснючая. Какая-то тыковка, морковочка, ну и я туда добавила корм. Давайте попробуем предложить ребятам. Не знаю, что из этого получится, но будем надеяться, что они ее не расколошматят моментально. Так, кто-то пока еще что-то не понял даже, что происходит. Ага, корм уже посыпался. Корм уже посыпался, пока игрушка держится. Будем надеяться, что не разобьют они ее моментально. Сейчас мы с вами вместе, дорогие друзья, протестируем новую игрушку. И на случай, если вдруг вы захотите купить такую же, будем знать, стоит такие игрушки покупать или нет. Потому что совсем недавно моя дочка приобрела для наших питомцев 2 новые игрушки. Я так обрадовалась, говорю, такие классные, такие красивые, они так хорошо в них играли. Я говорю, Катя, купи еще, нам понравилось, мы оценили. Но, к сожалению, через 2 часа эти игрушки пошли в помойку, они их изничтожили просто в пух и в прах, там ничего даже вообще не осталось от этих игрушек, ну, скажем так, все. Ничего, мы больше как бы не будем, конечно, тратить деньги на эти игрушки. Хорошо, что не купили еще. Так, ну, здесь пока... Давайте тестируем. Ребята, как вы видите, увлечены. Посмотрим, чем дело закончится. Так, а я хотела рассказать еще, какие новости у нас произошли. Но это я, кстати, рассказывала в предыдущих видео. Я даже не успела их сегодня опубликовать. У меня сегодня по совету опытного птицевода, у которого я планирую покупать парочку для нашего Татоши. Тиночка переехала в отдельную клетку. Вот она у нас теперь сидит. Гнездо сказали убрать. Там все равно будет, ну, как, неоплодные яйца, даже если вот у них было спаривание, я это видела. Вот, потому что из гнезда птенца выбрасывать может мама. Мама хочет сделать еще кладку. Она будет все равно неоплодная. И как бы поэтому гнездо переехало к кокосу и к киве. Может быть, они вдруг захотят что-то, скажем так, изобразить опять парочку и семью. Так как у Гучи и Верочки уже идет активное строительство гнезда, уже было спаривание. Вот. А Татошика теперь кормит папа Тесла. Вот, Тиночка тут, конечно, психует. Она кусала очень Теслика. И мне посоветовали, ну, вот как бы это ненормальная ситуация. Теслику она оборвала весь хвост. Она и здесь психует. Мне сказали, что вот она готовится сделать кладку. И поэтому так себя ведет. Нервничает, ищет место и убирает все лишнее. Лишнего для нее теперь уже ее собственный ребенок. Вот она его выбрасывает из гнезда. Я возвращаю Татошку на место. О, как здорово-то! Я возвращаю на место Татошку в гнездо. Она его опять оттуда выбрасывает. Ну, для Татошки тоже это ничего хорошего в этом нет, поэтому Теслечка молодец, он кормит Татошика, Татошик растет, и вот через 40 дней к нам приедет парочка для Татошика.
Вот, значит, дальше что? К нам сегодня приехали новые питомцы. Ну, еще кратенько про, значит, новинки. Что я тут? Я очень много купила всего для наших питомцев. Не все еще прислали. Мы заказывали с дочкой вместе через разные интернет-магазины. Что-то вот пришло, что-то не пришло. Скоро день рождения у барона. Я ему заказала новые прикольные миски. О, как замечательно, ребята. Так вы сейчас его разобьете и все. На... В принципе, там просто внутри сухой корм. Вот можно его и так покушать. Ну, разбить шарик, оно, конечно, интереснее. Увлекательное. Я заказала очень много для своих грызунов, домиков, там лесенок, кормушек, развлекушек. Ну, в общем, очень-очень-очень много заказала у Фэлампы для всех моих питомцев, потому что у меня и птички. Теперь вот, пожалуйста... Утиночки тоже уфы. Пришлось вот одну взять у агамок. У меня было две у агамок. Ну, одним словом, вот. Скоро все придет, вы сами все увидите. Ну, вот пока пришел, только вот комбалятом заказала фертпластовский вот такой вот домик. Надо его собирать тоже в сборный для комбаляточек. Вот. Небольшая коробочка поилок, потому что это у нас вообще как бы такой расходный материал, эти поилки. То их грызут, то они начинают ломаться и течь. Ай-яй-яй. И почему я, собственно, все это заказала? Да потому что у меня появились новые семьи камбалят. Сейчас я о них буду вам рассказывать, буду все показывать. Теперь у нас немножко произошло переселение и перестановка. И вот этот вот уголочек у нас под камбаляточек. Вот. Это комбалята. Здесь у меня Теслочка и Татошек. Так, значит, вот в переносочке у меня еще сидят ребята. Новенькие мои. Самцы, которых сейчас я хотела заселить, но, если честно, даже побаиваюсь, потому что у меня есть к этим мальчикам невесты, но невесты огромные, а самцы у меня малюськи. То есть, ну, как бы это вообще женихи, и причем как бы даже временно переходящие от одного к другому. Вот. Ну, я как-то сейчас попробую куда-то их поставить. Ну, все, раскокали? Нет еще? Ну, слава тебе, Господи. Пока держится игрушка. 7 минут еще живая. Так, значит, что у нас произошло за переселение? Вот теперь здесь вместо изюмки, няшки и плюшки живут у меня фисташка рыженькая, аргент красноглазый, ее дочка миндалька. Стандартик, но от мамы аргента. И под них я купила аргента самца. Вот он. Я его назвала арахис. Покажу вам его обязательно. Просто мне надо куда-то поставить переноску. Пока одна рука. Сначала все расскажу, потом покажу. Значит, для кешью я купила тоже самца. Он здесь прячется. Я назову его перец, потому что он такого серого цвета. Покажу парней, когда найду, куда поставить переноску. Так. Здесь у меня теперь будет жить изюмка и плюшка. Вот их двое, пусть они там. Вот здесь у меня самочки, значит, булочка с корицей. Булочка, это потому что такая толстенькая, с черной полосочкой на спинке. А корица, это та, что в пятнышках и, собственно говоря, напоминает мне такую. Вот булочка с корицей. Пока временно у них будет вот парень, вот этот перец жить серенький. Затем я его купила, собственно говоря, для кешью. Вон у нас кешью носится. Здесь у меня финик с черной самкой, чтобы были черные хомячата. Одним словом, я создаю новые семьи для получения определенных окрасов. Именно для этого я купила новых самцов. И благодаря тому, что я купила новых самцов, мне вот... пришлось сделать вот такое переселение для того, чтобы было всем удобно, всем комфортно. Это у нас огромная хомячушка. Это миндалька, дочка фисташки. Вот такая вымахала громадная. Так, сейчас я попробую показать. А, ромашка, ребята. Вот, кстати, я сегодня заполняла гнезда. Это антисептик. Я сначала лампой против микробов. Так, парни, давайте знакомиться. Вот эти парнишки. Значит, один вот этот серенький, это будущий муж кешью, а вот этот рыженький, это
фисташки и миндальки. Два мужа. Для получения окрасов, соответственно, аргент и сизый. Значит, сизый потом пойдет под кешью. Кешья у нас пестренькая. Ну вот, если честно, страшно только одно. Мои самки сейчас настолько больше по размеру, чем эти самцы. Самцы малышуленькие, что прям даже страшно их саживать вместе. Но мне надо это делать, потому что парнишки не могут жить в переноске. Им нужен новый домик. Вот. Тихо, не боимся. Вот сейчас мы тебя рассмотрим, пока подождет у нас. Арахис будет, пацан. Ну, продолжаем, да. Ой-ти, какой-ти красивый хомяк. Посмотрите, какой классный, белощекий, сизый. Да, мы будем от кешью в последующем. Просто кешью у нас недавно рожала. Так часто им нельзя. Мальчик молоденький пока посидит с булочкой из корицы. Они тоже молоденькие, просто огромненькие. Вот как бы плюх. И вся разница. Так, ну посмотрим, как девчонки встретят жениха. Так, смотрим. Так, смотрим. Так. Ну, жених пошел в новый дом. Так, у нас второй там пока жених не обнаружил дырку, через которую можно убежать. Так, вот. Ой, я его там запать, лапочку убери. Алыш. Ой, сейчас, ребята, я хочу рыжика закрыть. О, все, закрыла. Так, малыш нашел сено. Так, сейчас, скажи, перец разберется. Ну, перец, потому что окрас у него такой, как бы, можно сказать, перец с солью, можно и так его назвать, дымчатый. Вот, но пока поживет вот с этими девчонками, я жду, когда кешью отдохнет от деток, и вот он поедет тогда, ну, и повзрослеет, он сейчас еще вообще ребенок, он еще как бы даже не это самое, скажем, не половозрелый мужчина, то есть, ну, как бы так, надо дать время ребенку подрасти, а затем уже будем его воспринимать как жениха. Вот. Вот. Такие вот. Пошел жених у нас обследовать территорию. Вполне себе спокойно. Не паникуя. Да. Да, мы вроде бы тоже пока его не заметили, даже если честно. Ну, а я для этого дамочек отселила вот в абсолютно новый террариум. Это черепашатник. Он широкий, невысокий, поэтому сверху накрываю вот этими панельками. И вот тут у меня семена кунжута. Да, ромашка, антисептик везде и всюду. Это новые ребята, ну, то есть эти комбалята не жили друг с другом, поэтому не дай чего бог. Ну, в принципе, как бы так, антисептик. Вот, так, у нас сзади идет так. Ну вот, мы встретились, скажи, первый раз в жизни. Что у нас произойдет? Девки вообще у меня спокойные, не знаю, будут они бежать малыша или не будут, он малыш. О, нет, смотрите, она его вылизывает. Как чудесно и прекрасно, потому что он малыш. Она его намывает, начищает, смотрите, навылизывает его. Восприняла его за ребенка. Ну, он и есть ребенок, он не половозрелый. Очень хотелось бы, чтобы фисташка и миндалька точно так же отреагировали бы на рыженького арахиса. Да, все, тут мир, дружба, жвачка, нам тут ничего не надо, мы тут занимаемся своими делами. Вот. О, Тиночка у нас все, сегодня целый день в этой новой клетке, она все летает, клетка большая, и она же долго сидела с птенцом, сидела, кормила птенца, и сейчас она попала одна в такую клетку, ей никого не надо кормить, она весь день тут занимается разрабатыванием крылышек. Вот. Так что все, закрываю эту компашку, тут все тихо, мирно, спокойно. А вот за фисташку и миндальку, честно, даже побаиваюсь, потому что к ним поедет самец еще меньше по размеру. И вот единственная надежда на то, что миндалька, она спокойная, она в принципе никого не трогает и не обижает, потому как... Так, о, пошел там знакомиться, виски-виски пошли. И ничего, вроде как, нет. Скажи, нет, не деремся, нет, показалось. Все здорово, все замечательно, все у них тут есть, поилки, песочки, укрытие на случай атомной войны, если им надо друг от друга спрятаться или разойтись в разные места. Для этого специально набила под мостик туда кучу сена, для того, чтобы кто-то от кого-то мог убежать, спрятаться и не досаждать друг другу, да. Вот, значит, вот у нас остается еще заселение второго красотулечки.
Ох, так, вот этой красотульки. Вот здесь я просто паникую. Тут вообще размер просто, я не знаю, как его назвать. Мы сейчас сделаем, значит, ну не знаю. Прям страшно мне даже. Очень-очень красивый ребеночек, но просто малыфок. Надежда только на то, что менталька, она сама еще тоже малышка. Фисташка мамашка, и как бы будем надеяться, тоже с белыми щечками, как фисташка. Ой, еще поугался, он даже наряднее, чем фисташка, смотрите-ка. Вот от этих будущих парочки должны получиться вот такого же окраса дети. То есть эти хомячки у меня, мальчишки, заселяются, и весь смысл этого переселения у меня именно в том, чтобы получать в потомстве определенные окрасы, которые комболят. Ну вот как я, вот, посмотрите на моих булочки. Это мои булочки, сейчас покажу. Вот такие вот батоны. Это просто пирожочки пирожковские. Вот такие вот батоны. Но здесь у меня, это тот домик, в котором жили Изюмка, Няшка и Плюшка. Ух. И в итоге, ну, есть надежда, что они займутся друг другом. Так, вот, смотрите, вот два одинакового цвета хомячка. Тот, что махонький, это мальчик. Та, что большая, это фисташка. А фисташка сидит, походу, щечки набивает и не замечает, что рядом пацан. Ну, слава тебе, Господи, Боже мой. Я буду за этим наблюдать. Именно поэтому у меня тут... О, смотрите, у нас драка, ребята. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Да посмотрите, это парень нападает на девчонку. Ничего себе, чего. Так, сейчас будем наблюдать. Вот именно для этого они у меня поселены вот в такие вот прозрачные террариумы, для того, чтобы наблюдать за их поведением. Разойдутся хорошо, не разойдутся плохо. Будем расселять. Все, дорогие друзья, у меня еще целая куча дел. Я на этом с вами прощаюсь. Вы посмотрите, какой маленький, какой боевой, а. Увидимся в новых видео. Тина там все разрабатывает. Крылья. Так, арахис пошел купаться. Ну что вы, не поделили тут. Все новенькое, все обработанное. Так, здесь у нас два черных теперь хомячка живут для получения хомячков черного окраса. Ну или вот такого пестрого, они геноносители. Это наш Финик и его невеста. Все, ребята, дел вагон. Если вам понравились наши новые питомцы, не забудьте поставить им лайки за их здоровье, чтобы их никто не покусал, чтобы они подружились с невестами, поделили свою территорию. Так, тут развлекаются кокос и киви. Там Верочка и Гуччи. Вот тут удобно, скажем, мы теперь сидим, едим. Детей нам не надо, но, говорит, сидеть удобно. Тиночка тут вообще изобретает сама не знаю что. Да. А Тесла работает отцом, кормит Татошика. В общем, день у нас насыщенный. Чак замечательно пришел в новый дом. Лариса Васильевна тут же мне отзвонилась, сказала, пришел, пописал, покакал, покушал, пошел обследовать территорию, ничего не боится, как будто тут все время жил. Ну, так ему 3 месяца, ему же, в общем-то, чего бояться. Он еще и тут не привык, и там еще не понял, что оказался в новом доме. Так, а вот Тинка у меня тут, конечно, паникует, что ее вот тут закрыли. Психует и всячески хочет выбраться отсюда. Все, дорогие друзья, до новых видео и до новых встреч на канале питомника Мари Мистик. Здоровья вам и вашим питомцам. Ну, правильно, теперь Зося зубами сейчас просто сгрызет. Ну, так кто бы мог... Угу, угу. Так, щенки не доломали, теперь Зосенька... А вы еду оттуда все выковырили, что ли, уже? Оба-на. Не, ну нормально вообще, все пусто. Не, ну пустую я им тогда отнимаю, пока они ее не разгрызли, они ее просто сгрызут. Вот. И просто будем наполнять кормом. Какие еще покупочки у нас будут, будем наполнять кормом, и пусть они ее играют, катают. Но они так быстро все съели оттуда, ну... Не знаю, такое ощущение, что они голодные. Они еще пошли доедать. Кабачки тоже, он пузо стоит, висит. Ох, все, ребята. Всем пока-пока и до новых встреч. Ай.